Москва. Центральный дом кинематографистов. Самая первая площадка московского кинофестиваля на своей красной дорожке принимает поклонников таланта Ларисы Лужиной. В фойе небольшая экспозиция, посвященная ее творчеству. Среди гостей немало известных лиц, и не только киношных. На творческий вечер заслуженный артистки РСФСР пришел глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Полный зал почитателей таланта. Первое приветственное выступление легенды советского телевидения Анны Шатиловой. Замечательно, что мы все сегодня собрались. Ты – это чудо настоящее. За два часа до этого свой букет Ларисе Анатольевне вручил организатор Одинцовского кинофестиваля «День Победы» Максим Кузнецов. Артистка согласилась возглавить его зрительское жюри. Я нормальный зритель, я воспринимаю так же, как простой одинцовский зритель воспринимает кино, понимаете? И я буду говорить о том, как меня тронул это меня фильм или не тронул, или мне хотелось от стыда под скамейку залезть, понимаете? Вот я буду искренне, я буду эмоционально отвечать на вопросы, которые мне будут задавать. Фестиваль «День Победы» пройдет в середине апреля в Москве и на разных площадках Одинцовского округа. Зрители смогут бесплатно увидеть множество игровых, документальных, короткометражных картин, посвященных и Великой Отечественной войне, и нынешним событиям. Я очень рад, что Лариса Анатольевна согласилась возглавить зрительское жюри, поскольку зрительское жюри – это три молодых человека из Одинцовского района. И вот здесь опыт и знания – те, которые может дать Лариса Анатольевна, они будут сочетаться со свежим восприятием тех фильмов, которые они будут оценивать. Участие Ларисы Лужиной в жюри – это своеобразное одобрение и идеи, и самого фестиваля «День Победы» со стороны мэтров советского кинематографа. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».